Спасибо. А следующую песню я хочу посвятить всем женщинам, сидящим в этом зале. Песня написана 8 марта, мной лично. Но песню писал не для женщин, писал для мужчин. Потому что они иногда забывают, как правильно надо любить женщину. Так я ее назвал. Не позволяйте женщине быть сильной рядом с вами. Прошу. Yeah.